Всем привет! Сейчас я вам покажу, как я клею ленту, так сказать, гидроизоляция для душа. Некоторые ее делают кисточкой, но так как гидроизоляция чуть погуще, не очень хорошо получается. Я делаю вот мастерком. Сейчас я вам покажу, как все это делается. И это даже, мне кажется, что чуть быстрее получается, чем с кисточкой. Но сперва, перед тем, как клеить ленту, клеим уголок, а потом лента пойдет сверху. Но это я не буду объяснять для чего, потому что, наверное, те, кто занимается этим, знают. Вот как все это делается. Вот. Как-то так. Вот как у меня все это четко получается.